Паян нации телерадиокомпании «Инче» Чаваш енин федерации канажин сенаторе Галина Николаев Булзагурджа. Республика Навыл эшпе перернелихе гильня. Халых падель бума балардать. Иран шене жубашкарда бурнаган зимбетель буля. Культура жудал кне учна мероприятия худшина скамалывал. Галина Григорьевна Ирирех нации радио венькаларымне худшинче. Выл тюре эфир даиртре. Радио тлегензень и довезне хуравларе. Нумаях пулмащ мускаври халых радио венче тухсагалачны чинчень дязынче. Идузне шержеври терлик десрень ежинончухне. Кашныне теплинде тулынь хуравла мадырышна. Сенатор Галана дырых расшири бурнаганзем, Чаваш енин экономика ба социала ларудыры вибергете кызыкланна. Республик ри кану вырынезем бирге ицабельня. Хыже бери Чаваш халых истории беде интересленне. Галина Николаева паян нации телевидения инчеде бульче. Кунда тепле галажуклар махучинче. Федерации канажинчи эшхельбе палаштарже. Умри телевзене палыртре. Иртне жул пин Чаваш шержевышин пите азымлы бульче. Совет Федерации инчеде бир Чаваш республикин кунезен иртердемир. Шамында пирин комитет раидузен бұқсаты хормар. Шене закон, грендию закон не, мэле Ергелезем умаление, мэле Евроцем бурнение, мэле рехтада ужну земду малышничен, калачрам варам министр дух сагалачли бирам верендюю, эш министерстве Владимир Николаевич Иванов, тогда депутат Сенджень, председатель Краснов, пирин комитет, социальный комитет пушла и дух сагалачли, и пирун да пиди лайха иду земщик лерамбар, дополнительное образование пирги, тогда профессионально-техническое образование зене, реформа лаза, региональная программа жирца, малала, мэле де булим материальной базы зене, шнит мэлене, ремонту малый бирки галашрам бар. Валы дузине шир заходу мар, хальма алла кушал правительство ба, федеральное министерство ба, шлет бар, малла шавышсим, пул забор асташан задарат бар. Аза Ильдередеп Галина Григорьевна, Рощейн Федерации Канажинче и Гибинде Вуники Мышелхи Шуихинче Шлеме Бушларе. Сенатор Тивичизне Бурначлан из Ирбушневал, Республика Рила Рудрубада Казаклан Захтрать. Еврлых Санедаца Барастелебе час Чазах Халых Падель Булать.